Короче, в Потакино горит дом. Вот такая жесть. Ехали поснимать церковь в Масце, а попали еще и на пожар. Жесть. Чё там они? Ясно, спасибо. Блять, нихуя себе. А чё, они чё сказали тебе? Всё ясно, спасибо, и повесили. А, ну знаешь, сейчас может приедут. Я вот звонил, она мне, блядь, давай нахуй, блядь, кричать, залейте, говорит, с ведрами, говорит, возьмите. Я говорю, чего я здесь залью, говорю, здесь пиздец. Номер, говорит, ваш дайте. Я говорю, блядь, какой номер, нахуй? Говорю, давайте едьте быстрее, пока у меня тут рядом дом не сгорел. Я думал, что-то горит-то, думаю, фонари, может, какие. Затуши. Знаю, через сколько они приедут. Жесть. Тут люди вообще волнуются. Не знаю, позвони ему, скажи, пусть своим позвонит. У нас тот дом тушили где-то раз 5 за сутки. Двухэтажка. Да? Можешь ему ВКонтакт написать? Тут вообще же скач. Я не знаю. Видно меня, нет. Да я близко-то не буду подходить. Ну жар, короче, вот аж отсюда прет. Ща. Все, дом пошел гореть целиком. Как бы я тут вообще случайно ехали снять церковь, а сняли горящий дом. Кошмар. Да не боись, ничего не будет. Да. Жесть. Сируется. Это действительно всем на будущее. Если вы будете гореть, МЧС вам предложит ведрами все тушить. Самим. А что, быстрый демонтаж? Не, ну быстрый демонтаж, ну. Ребята, а сколько нам придется мой ехать? Минут 20. Не, если из Камешково, минут, я думаю, 35. Они пока заправятся, пока чего. Они у нас, когда дом тушили, они тянули один, этот, как его, шланг из пруда, а другой от водопровода. То есть у них машины-то пустые, оказывается. Зеленый дым внутри. Огонь, точнее. Зеленый?
Я что-то внимания не обратил как. Жесть. Не, вообще. В случае у себя тоже воду приготовь, если что там попрыскать себя рядышком. Да у меня когда еще там дом? Просто иди ты здесь не проснулась. Ага. Ну ладно, я тебя вырежу потом. Нет, это обычная как оттачка. Не знаю. Ну, вряд ли кто позарится на твою машину. Прикинь, уже окна видно, как горят, все. Че, может? Или будем ждать пожарных? По-любому что-нибудь, холодильник какой-нибудь коротнул. Ну да, он уже начинает, как этот, видно в каждой щелке огонь. Оп. Вот это да. Давай отойдем, пожалуйста. Да не, ничего не будет. Вот только знаешь что, сейчас весь пепел на нас полетит. Слушай, жара, конечно, капитальная здесь. А стоим-то далеко. Да все, он уже целиком. Че тут? Может, у них еще что там где припрятано? И в натуре сейчас как въебет что-нибудь. Монтажная пена. На монтажной. На монтажная пена хуй с ним. Да я думаю, если там что-то было, уже взорвалось на. Вообще зарево такое, все теперь освещает. Все выше и выше там. Угу. Мне что-то сейчас кажется, что он уже сейчас вот этот передок скоро вывалится сюда.
А давно звонил ты? Ну, вот я 20 с копейками минут назад звонил. Ну, так пораньше. Да, так я звонил. Ну, по идее, уже полчаса прошло по-любому. Сходить действительно с той стороны, посмотреть, что там. Зато светло. Юморист. Ну, смотрел, аж там, докуда свет-то идет, аж деревья все видно. Ну да, деревья-то видно, хорошо стало. Слушай, вон их снимать можно спокойно. Я говорю. Офигеть. Да не, блин. Прикинь. Мужик один живет, да, вот так вот, блин. И никто не едет. Рухнула крыша нафиг. Офигеть. Вон, пожарные приехали. Ну вот и прогорел весь дом. Черт, домой что ли? Сейчас секунду разойдешь. Я просто ни разу не видел. Че, серьезно? Ага. Не, что-то мне кажется, знаешь что? Они не будут его поливать. Они ему сейчас догореть дадут спокойно, а поливать будут только если перебрасываться куда-то огонь будет. Ну да, да, я и говорю, такой, знаешь, это на отъебись тушей мне. Ну правильно, я так и думал, они сейчас вокруг польются. Я просто сам с одной машиной не дождет. Ну а что, в принципе, там въебывать нечему. Если так разобраться, по большему счету. Им тут особо и ловить-то получается нечего. Да, это не Лондон. Здесь вся, как говорится, это департамент всего штата не соберется.
переживаете. Как вы будете все вот переживать? Они сейчас годы окончатся и все. Ну это да.